Привет, милая. Привет, пап. Кейтлин, ты же вечером никуда не уходишь? Мы с ребятами хотели посидеть тут, телек посмотреть и все. Кейтлин пыталась вырваться. Она боролась до конца. Поройся в прошлом. Кому это могло понадобиться? Когда-то я оказал тебе услугу, позволив уйти. Теперь верни дом. Ничего не делай. Похорони свою боль. Сделай, что должен. Любой ценой. Я не хочу, чтобы ты вернулся к старым привычкам. Я вышел из игры, ты прекрасно знаешь. Да, тебя знаю. Зачем ты нужен? Что ты сделал? Дети не должны платить за грехи отцов. Мне нужна помощь. Как далеко нам придется зайти? Как насчет самого ада? Обладатель премии «Оскар» Николас Кейдж. Дэнни Гловер. Слово! Помнишь? Токарев.